До конца марта в наш город из Екатеринбурга можно будет улететь каждый день, кроме вторника и четверга. По средам, пятницам и субботам будут выполняться по два рейса. В частности, накануне выполнения полетов из Екатеринбурга в Сочи начала авиакомпания «Икар». Также рейсы осуществляют авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии» и «Орин Эйр». По итогам прошлого года Сочи вошел в пятерку самых востребованных городов у уральских туристов. На каникулах аэропорт Кольцово обслужил на рейсах в Сочи почти 6 тысяч пассажиров – что больше, чем, например, на рейсах в Индию и Вьетнам вместе взятых.